Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Ковина. Предлагаем послушать трогательную и поучительную сказку, которую написал и иллюстрировал известный голландский художник Ханс де Бир. Вместе мы все можем. Зайчонок Яша – самый любопытный из всех зайчат в лесу. Когда он был совсем маленьким, мама говорила ему, что это любопытство тебя до добра не доведет. Так и случилось. Однажды он захотел узнать, что же находится там, на другой стороне большой дороги, по которой все время мчатся машины. И зайчонок решил перебежать шоссе, ведь он всегда бегал очень быстро. Бедняга не знал, что машина ездит быстрее, чем бегают зайцы. Яша почти успела перебежать дорогу, но в самый последний момент проезжавший мимо грузовик слегка задел зайчонка. Так он и оказался по другую сторону шоссе. Далеко от дома, в чужом лесу, со сломанной лапкой. Бежать назад домой было очень страшно, да и не мог теперь Яша бегать. Из-за сломанной лапки зайчонок сильно хромал. Он нашел себе палочку и опирался на нее, чтобы было легче идти. Как же теперь попасть домой? Выходит, он никогда больше не увидит свой родной лес и маму. По эту сторону шоссе у Яши совсем не было друзей. Лесные зверушки не взлюбили хромого зайчонка. Они смеялись над ним и дразнили Яшу из-за его хромоты. Однажды они натянули через тропинку веревку, Яша споткнулся и упал. А хитрый лисенок схватил его палку и закинул ее далеко-далеко. «Отдайте, пожалуйста!» – закричал зайчонок, еле сдерживая слезы. «Без палки мне трудно ходить!» Но звери только расхохотались и стали кидать в Яшу разные ветки. «Выбирай любую!» – кричали они. Зайчик сел на землю и расплакался. «Эй, малыш!» – послышался вдруг чей-то голос. Яша завертел головой, но вокруг никого не было. «Да здесь я, здесь!» – смеялся кто-то, словно из-под земли. И зайчонок наконец заметил, что с ним разговаривают. И кто с ним разговаривает? Это был крот, точнее, одна его голова, которая торчала из глубокой норы. «А знаешь, – продолжил крот, – меня тоже всегда дразнили, потому что я плохо вижу, и называли очкариком». Яша всхлипнул. «Ну-ну, хватит плакать, сейчас мы с тобой найдем тебе хорошую новую палку. Я, знаешь ли, в палках разбираюсь». И они стали вместе искать подходящую трость для ходьбы. «Нашел!» – закричал вскоре крот и помахал зайчику большой крепкой палкой. «Спасибо!» – обрадовался тот. «Давай познакомимся. Меня Яша зовут, а тебя?» «А я Тим!» – представился крот, и они побежали друг к другу лапки. Палка, которую нашел Тим, оказалась очень подходящей. Крот подпилил на ней веточки, и она превратилась в удобный костыль. «Как так получилось, что ты захромал?» – спросил Тим. И зайчонок рассказал ему свою грустную историю. «Да, беда!» – вздохнул крот. «Ты мог погибнуть под колесами автомобиля. Машины – это очень опасно. Не вздумай вновь перебегать через эту дорогу». «Я так хочу домой, к маме!» – Яша печально вздохнул. «Если бы я только умел рыть тоннели, как это делают кролики». Тим вдруг открыл рот, словно чему-то сильно удивился, а потом закричал. «Ну, конечно, конечно, мы построим для тебя тоннель!» «А разве мы сможем?» – засомневался Яша. «Сможем, обязательно сможем!» – заверил его Тим. На следующий день друзья начали искать место для тоннеля. «Это очень важно, делать тоннель. Если неправильно выбрать место, то он обязательно может оказаться слишком длинным. А если земля мягкая и рыхлая, то тоннель может обвалиться». Все это Тим объяснял Яше, ведь кроты умеют строить тоннели и знают в них толк. На одном склоне, где валялось много мусора, Тим порылся в земле, прокопал небольшую норку и сказал: «Здесь». «Ты уверен?» – спросил Яша. «Да, здесь земля очень хорошая, и рыть будет легко, и не обвалится потом ничего. А поищи-ка, нет ли тут на этом склоне какой-нибудь тележки, чтобы таскать землю? Люди часто выбрасывают очень нужные вещи». «О, есть!» – Яша увидел старую коляску из-под куклы.
Она была ржавая, но все же еще ездила. Замечательно, обрадовался Тим. Тогда начнем копать. И друзья принялись за работу, дело двигалось быстро и очень весело. Крот рыл, а зайчонок возил землю. Иногда они устраивали перерывы, чтобы передохнуть и перекусить. Сидели, смеялись и рассказывали друг другу разные истории. Особенно много Яша вспоминала о своей жизни с мамой по ту сторону шоссе. Зайчонку и его товарищу было очень весело, и они не заметили, что позади, за деревьями, уже давно прятался один из обидчиков Яши – барсук. Он пришел на запах вкусной еды и теперь с удивлением смотрел на смеющихся друзей. «Надо же, как им тут вкусно и весело!» – думал барсук завистью. Но через несколько дней случилась беда. Когда Яша таскал землю, он вдруг услышал отчаянный крик из тоннеля. Кричал Тим. Зайчонок, сломя голову, бросился к тоннелю и помог Тиму вылезти на поверхность. «Что случилось?» – спросил он своего друга. «Обвал», – ответил крот. «Я совсем забыл, что наверху ездят машины, поэтому земля дрожит и осыпается. Посмотри сам». Зайчонок заглянул внутрь тоннеля. Земля действительно осыпалась с потолка. «Наверное, ничего у нас не получится». «Ничего не получится», – грустно проговорил Тим. Зайчонок сел на землю и повесил нос. «Не грусти, мы что-нибудь придумаем», – начал утешать его Тим, как вдруг позади раздался чей-то голос. «Я помогу вам». Это был барсук. Он вышел из своего укрытия и продолжил. «Я позову братьев бобров, и мы достроим тоннель». Я же немного испугался, ведь именно этот барсук больше его дразнил. Его. А братья бобры натянули веревку, о которой он споткнулся. «Прости нас, пожалуйста», – вдруг сказал барсук. «Мы тебя обижали, это было очень нехорошо с нашей стороны. Но сейчас мы хотим вам помочь. Давайте познакомимся». Яша и Тим пожали барсуку лапку, а потом они вместе пошли в лес собирать ветки. Вскоре к ним присоединились бобры. Братья принесли доски, лопату и разные инструменты. Яша повеселел. «Может быть, вместе все они смогут построить тоннель под дорогой?» Работа пошла быстрее. Новые друзья ловко укрепляли вход тоннеля и его потолок. Тим искал и приносил на стройку нужные бревна и ветки. А Яша готовил всем еду. Постепенно и другие лесные жители стали приходить к месту строительства тоннеля. Они смотрели, как весело и ловко работают друзья. Уходили, а потом возвращались, схватив с собой что-нибудь полезное. Так и строителям присоединились белки, шонок, кабанчик и лисенок. «Мы повесим в тоннель лампочки», – сказал лисенок. «Какой же тоннель без света?» И строители охотно согласились. Теперь работа пошла еще быстрее, и вот, наконец, тоннель был построен. Он оказался таким длинным-длинным, что с одного его конца другого нельзя было не разглядеть. И идти по нему можно было только, если горели лампочки или крот светил с фонариком. Когда друзья прошли по тоннелю большую часть пути, они вдруг увидели вдалеке солнечный свет, и крот закричал Яше. «Иди сюда, малыш, ты должен первым увидеть свет в конце нашего тоннеля». Зайчонок был счастлив, ведь это был свет с той стороны дороги, где его ждала мама. «Ура! Я снова дома!» – воскликнул зайчик, выбираясь на поверхность. Когда все друзья вылезли из тоннеля, лисенок удивленно спросил. «Чем же этот лес лучше нашего? Он точно такой же. Почему ты так хотел попасть сюда?» А Яша ответил. «Для меня нет леса лучше, чем этот. Здесь живет моя мама». Яшины помощники радовались вместе с зайчонком, что строительство тоннеля наконец окончено. Теперь Яша может вернуться домой, а потом они будут ходить друг к другу в гости. И друзья устроили на полянке прощальный пикник. «Благодаря тебе, Яша, лес для нас стал в 2 раза больше», – сказал Тим. И все заулыбались. «Почему же благодаря мне?» «Мы сделали это все вместе. Один бы я не справился». «Спасибо вам, друзья», – ответил зайчонок. Попрощался со своими товарищами и побежал к маме. Теперь новые приятели часто навещали друг друга, а из земли, которую они вырыли при строительстве тоннеля, друзья соорудили большой холм и слепили наверху голову крота. Когда Тим увидел эту
земляную статую, он сильно удивился. «Ой, а почему вы слепили именно меня?» «Ты первый решил помочь зайчонке и показал нам всем пример», — ответили звери. Как-то раз Тимми и пришел навестить Яшу. Они сидели на лужайке и вспоминали те дни, когда они строили тоннель. «Я рассказал маме, как вы помогли мне вернуться домой, и она хочет пригласить всех к нам в гости», — сказал Яша. «Вот только у нас...» «Что?» – переспросил Тим. «Что у вас?» «Пока меня не было, наша нора почти обвалилась», – грустно вздохнул зайчонок. «А как думаешь, сможем мы ее починить?» «Конечно!» – ответил Яшин друг. «Вместе мы все можем».